это наша улица, и сегодня День мам. Я всех вас поздравляю, и вот ко мне присоединяется еще наш Бунди. Просто я только что, честно говоря, проснулась и не успела с нашего балкона. То есть я здесь живу, они, видите, уже чуть дальше отъехали. Они останавливаются так около каждого сиде и поздравляют. Всех мамочек поздравляю с днем мам, желаю здоровья, здоровья детям, здоровья вам, и чтобы все у вас всегда побольше любви. Мне утром тоже, я открываю глаза, я не знаю, где Таиланд взял, правда, один цветок на ней подарили, и муж купил торт. Это как для того, чтобы мама была толще, да, наверное. Всех целуем, всех поздравляем с днем мамы. Всех вам поздравляют. Sizleri yalnız bırakmamak için halinize misafir oluyoruz. Orkestramızda birazcık olsun, moral birazcık olsun. Очень весело, надеюсь, вам тоже понравилось. Такой торт, не Таиланд, и вот такой цветок с утра мне подарили. А открыты только пекарни. Это от нашей пекарни. И вот такой вот торт. Когда покушаю, скажу вам, был ли он вкусным или нет. Ну, вот так у нас проходит День мамы. День мамы в карантин. Еще раз всех поздравляю. Всем хорошего настроения, что бы ни случилось. Вот такие медальоны на торте. Это тоже шоколад. Короче, он весь шоколадный. То есть шоколадный крем, шоколадные коржи, фисташки в шоколаде. Помните, я когда-то вам рассказывала про такой безумный торт, который мне нравился, Фарубельоглу. Вот это похож очень на этот торт. Вкусный крем, вкусный шоколад, очень хороший шоколад. Ну, неплохой торт.